Борис Канельский – один из немногих оставшихся ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих на территории Ленинского городского округа. С Днем защитника Отечества его поздравил глава муниципалитета. Борис Харитонович в ответ вручил Станиславу Катарову авторскую книгу с фронтовыми заметками. Хочу вам вручить свою книгу. Я написал книгу о своей жизни. Вот, и пусть будет она... Спасибо большое, Борис Харитонович. Да. Спасибо большое. За праздничным столом прозвучали поздравления сразу по двум поводам. 4 февраля Борису Канельскому исполнилось 98 лет. Что хочется сказать, поздравить с наступающим праздником, с 23 февраля. Не могли не прийти. Знаем, что день рождения. Борис Канельский ушел на фронт в 18-летнем возрасте. Его грудь покрывают награды, полученные за боевые заслуги. Одна из них – медаль за взятие Берлина. Для героя, который подарил мир своей стране, нет ничего ценнее, чем память о его заслугах. Это очень почетно. Вот. Встречать праздник у себя дома. Нас администрация не покидала никогда. Вот 10 лет мы здесь, вот 14 год, ровно 10 лет мы здесь. И ровно 10 лет каждый праздник, каждое 9 мая, каждый его день рождения. То есть дедушка у нас, ему можно все. Вот все, абсолютно все. Администрация Ленинского городского округа продолжит оказывать поддержку ветеранам Великой Отечественной войны. Инга Янчук, Кирилл Иванов, Екатерина Довлятова, Видное ТВ.